За издевательство над животными предлагается сажать в тюрьму. Новый законопроект предлагает ввести суровое наказание. Живодерам будет грозить от 2 до 5 лет лишения свободы. Других вариантов, кроме тюрьмы, у них не будет. С подобной инициативой выступили 3 депутата Госдумы. Они предлагают внести жесткие поправки в статью 245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Сегодня по ней предусмотрены достаточно мягкие санкции. Первая часть этой статьи вообще не предусматривает лишение свободы, только штраф до 80 тысяч рублей или сотни часов обязательно. Работ. В колонию до 2 лет лишения свободы живодеров могут отправить только в том случае, если они действовали организованной группой.